Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Redmi Note 9 Pro Max. Сейчас я покажу, как изменить ESC-систему на этом телефоне. Итак, вначале открываем настройки. Затем спускаемся вниз. Вот сюда вот. И здесь мы внизу, практически в самом, нажимаем расширенные настройки. Здесь нажимаем язык и ввод. После чего выбираем, собственно, язык системы, которую хотим выбрать, например, чешский. И все, язык системы уже на, уже на чешском языке. Выбираем его обратно для того, чтобы выбрать там тоже опять русский. Вот таким вот простым и незаурядным способом изменяется язык системы на устройстве Redmi Note 9 Pro Max. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!